Эта осень для ивановцев будет теплой. 24 сентября в областном центре начнется пуск тепла в жилые дома. В настоящее время уже 47% учреждений социальной сферы отапливаются. В ближайшие два дня эта цифра достигнет 100%. Постановление о начале отопительного сезона в Иванове глава администрации подписал 22 сентября. Это позволит управляющим компаниям начать постепенное, поэтапное подключение многоквартирных домов, запустить ведомственные котельные, которые отапливают жилой сектор в ряде микрорайонов нашего города. Поэтому мы делаем это для того, чтобы создать комфортные условия для жителей с учетом изменения погодных условий, которые должны произойти в ближайшее время.